Тёма, нет! Опять сейчас весь дом в ягоде уделаешь. Ладно, но только ешь за столом и в тарелке. Я, кажется, утюг не выключила. Тёма, я же сказала есть ягоду за столом. Куда ты убежал? Мы же договаривались. Нет, только не мое платье. Я же уже всё носила, Тёма. В чём мне теперь идти? Так, иди мойся, и больше от меня никаких вкусняшек в жизни не получишь. А я пошла покупать новое платье. Спасибо тебе, Тёма. Платье я так и не нашла. А значит, в гости не пойду, и пирог зря готовила. Что? Я не верю своим глазам. Как ты эти ягодные пятна отмыл? Тёма, это все ты сделал. Неужели все средством мой Рэббит отмыл? И даже нагрелся этой кастрюли? Тёма, какой ты молодец. Спасибо тебе большое. Поехали в гости со мной. Там будет много вкусняшек.